профессиональным праздником поздравил представителей служб спасения глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев. На торжественном собрании мэр поблагодарил всех, кто приходит на помощь людям в чрезвычайных ситуациях. В преддверии Нового года хочу еще раз поздравить и с профессиональным праздником, и с наступающими новогодними праздниками, и сотрудников МЧС, и спасателей наших профессиональных, волонтеров, добровольцев, всех руководителей учреждений, всех, кто так или иначе причастен данному мероприятию. Спасибо вам большое. Лучшим представителям профессии глава города вручил почетные награды. Кроме того, от администрации города тагильским спасателям подарили аварийно-спасательный автомобиль и мотовездеход. Суперсовременный автомобиль оснащен новейшим оборудованием для выполнения всех видов поисково-спасательных работ. В том числе готов к подключению к наружному источнику питания, оборудован специальными креплениями для дыхательных аппаратов, багажником для перевозки лестницы. Двухместный мотовездеход предназначен для спасательных работ в лесу. В нем предусмотрены емкости для воды для тушения лесных пожаров. Добавим, что автопарк тагильских спасателей обновляется впервые за 17 лет.